Зулгуруби, но он, короче, падает с босса, который называется Вушулай. И я так и не понял, как его вызвать, короче. Может, кто-то знает? Я видел, ты там писал в чате, я посмотрел, там такого босса, типа, ну, этот самый Atlas Loot не показывает. Показывает. То есть я в Atlas Loot, ну, вижу эту хуйню. Я прочитал, короче, на форумах написано то, что его вызывают в катаклизме с навыками археологии. Но почему он тогда есть в базе Atlas Loot на 335А, я не понимаю. Короче, какая-то хрень. А линка не этот даггер. Сейчас покажу. Я не знаю, может по-английски он как-то по-другому называется этот босс. Вот, голову Шулая. Господи, таких даггеров полно, везде можно выбить. С такой же моделью. Просто не знаю, я нигде не видел. Фиолетовый есть и еще какой-то. Да, 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 есть красный, мне, фиолетовый. Мне вот этого цвета именно. Ну, скорее всего, зеленый, я хз. Где? Вот зеленого не видел. Ух ты, прикольно выглядит. Это даггер, блядь? Да, это даггер. Ух ты, я себе даггер. Даггер. Прикольно. А, все, я понял, чувак, короче, смотри, алхимики делают такую специальную дрянь, ты там был, видел, там такая жаровня есть, где надо типа жертвоприношение принести? Да не в квартале этих, блядь, уёбков. Сейчас я тебе скажу. Порчи типа скверных, уверно. А, нельзя так группу открыть. Карты нет, группы. Ну, она есть в этом, в инете. Ну, давай, короче, потом после рейда еще сходим, посмотрим. Смотри, я там даже кинул этот самый в ГБ вот это зелье, я его готовил, которое нужно, чтобы вызвать. Там вызывается один рандомный босс из четырех. Вот этот Вашила, это один из них. Это кто такой, вот этот вот? Чувак, который в РК зашел без участника группы. А еще вопрос. Вудя, просто, а как скрыть не выловить? А то мне чуть не ловится, мне тут ботинки нужны на шамана, на трансмут. Это который в узилище? Да, да, да. Скрытие глубин, проще задонатить, успокойся. Там он понимаю, только в одном озере только ловит сурок. Там, короче, есть такая лужа, ты из нее ловишь, она сразу исчезает. Ну вот. Ты ждешь, пока она снова откатается. Подожди, смысл в том, что он этот босс баган, его не убить у нас. Там. Почему? Да. Ну потому что там нужен человек 20, чтобы его точно убить. Ну не 20, нет, мне кажется, его в 10-ром можно. Я его, конечно, нет, не убивал. Мы пробовали в 10 человек убивать, не получилось. Давно ты там был? А чего, всем? Ну, не так уж и давно. А чего, всем? А я его даже выловить могу, не то чтобы его убить, он меня не ловится нифига. Да, его долго ловить надо. Я его ловил там минут 20, то есть я закидывал, ждал, пока снова появится этот косяк. Опять закидывал. Он ловится только из волшебной этой хуйни. То есть, если этой волшебной хуйни, там, которая в озере нету, то он не клюнет. Короче, задонать себе, он там 40 бонусов стоит, блядь. Шмотка со скрытня. А смотри, если, короче, я доначу шмотку, я могу ткань задонать на кольчугу? Что? Или наоборот. Ну, если нет. Я шмотку доначу, да, на трансмут? Я могу ткань затрансмутить на кольчугу? Нет. Ты что, даун? Ты даун, слушай, мне сказали, что тебе донатить. Блять, как ты сможешь затрансмутить кольчугу под ткань? Ты что? Не хочешь, я объясню, что, блядь? Риск виду. А на очередь? Еще скажи, Алин, типа, блядь, топор нахуй в меч можно затрансмутить?
Суманики в идеале, но я сейчас возьму фласк. Можно трансмутить топор на меч и кольчугу на трайк. А как это сделать? Сука, на офе! А, ну все, все, старёшь, блин, мне неплохо слышно. Блин, у меня их тут нет, ладно. Может, бафы дадим? ХП-то мало. События дня. Джерри собирается. Неважно, каким будет исход. Сколько этому бомжу осколков осталось? По 4. Сейчас не видно, сколько они упадут. Чё-то захила нет, нифига. Но ты посмотри, сколько всего. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце. Вчера с Козырем, короче, на Альянсе сидели. Они нам говорили, короче, на Олене, типа, у них горят 25 герц, пугами вложиться, короче. Чё-то какие-то сказочники. Пиздец. Я поклялся, что ты умрёшь. Я заходил на Альянс, у них вообще рейдов нет. Там какую-то фигню собирают. У них 25 обычки до сока, блядь. У нас тоже Дарк Хоровой собирает обычки. Которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Он мозг ебет, пидор. Ну не понимаю, что это происходит вообще. Собрал ли их, блядь? Отключил бал. Его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Вы думаете, по-любому, кроме он так долго сопротивлялся. Фюрер, фюрер, дай стол. Я тут уже лечу. Напишите ему в ВК пусть. Да мы понимаем, может, у него там сел. Ну, конечно, бы хэпал желательно на ланбафе. Угу. В конце концов, по-любому, все вы будете слушать мне. Один пал в рейде, а два, сори. Три. Три. Уже три, нихуя, я слепой. Ну, я тут, но вы там не спешите, я кушаю пока. Приятного аппетита. Спасибо, пусть там сейчас еще хилов найдут. Незачем вайпаться на трэше. А что вареника делал? Чё псих-то молчит? Он не в РК? Здорово всем. Здорово. Кого не видел. Привет. Так, васабик на хули пала? Окей. Теперь решается судьба двух человек. Заранее прошу прощения. Войд и Серсея, ролл кидайте. Ты что, обалдел, что я мувик снимаю? Давайте ролл, кидайте ролл. Какой ролл сейчас, с ума сошел? Ты хочешь меня кикнуть? Дело не в том, что я хочу, дело в том, как пойдет рейд. Ну и что значит, как пойдет? На кого-то зайти надо или что? Нет, у нас просто один лишний слот. Точнее, 26 на человек в рейде.
всем посмотрим, то у нас много фуриков и много ШП. Либо надо тикать фурика, либо тикать ШП. Альпер зайдет на других персонажей. На сложный босс. Тихо стало. Павик, где я? Моему не пофигу. Сейчас я это сделаю. Теперь понятно, у кого из этих двух яйца, да? У кого, у тебя? Слышь, ты охуел? Нет. Это подстава, блядь. Я иду этим престом. Все, того преста у меня забрали. Не ври. Блин, ты понимаешь, что ну, от этого преста, типа... Я иду больше дам, чем тем. Сколько? 100-500. Приду. Так что мне бесится. Так, стой. Подожди. Анти, неоспоримый, так, Дилвас и диплом. Вы тут? Дилвас, диплом, Анти. Да, тут я фласки себе делаю. Анти, иди. Анти, иди, делай спек, короче, под сакру. Дилвас тоже спек под сакру, иди делай. И диплом тоже спек под сакру, иди делай. Это зачем? Ну, на лича? На лича, на профа. На всех. Ну вы же в три хила идете, нам нужен будет хороший дефрейдер. Хорошо. Отлично. Он кто-то кикнул. Да, все понял. Со всей был отлично. Все решилось. Ну, всем пока, ребята. Хорошо. Алин. Давай, Алин. Пока, Алин. Короче, неоспоримый каски бафы. Они на карьере. Да хотя бафы всем прото, неоспоримый. Да, антикресты, Дилвас кулаки, диплом каски. Ребята, поставьте дживсы пока. Хоть и подчинюсь и, блядь, регулирую. Давайте сумнём всех. Так сзади подчини, зачем тут его тратить? А где он сзади? Да не, мне эти реги в основном надо купить. Ну, блин. Ладно, да. Спасибо. Все, пойдемте трэш чистить по правую сторону. Стойте, давай лучше по левую сторону. Да, по левую сторону. ГЦ, я сдох. Бейте, короче, большого на пульте на мутанта. На нас паримого, я не знаю, кто из них на меня вкажет. На мутант, на мутант. Началось. С молом вставай, беги. Чё, чё за хуйня, как Рой выцел? Хилен вообще сейчас? Да, у нас 2 хила брейк. Думаешь, справимся? Ну смотри, в тебе я уверен. В черном лимоне я уверен на 50%. В Джейдисе я уверен. Ну, по словам Бибопа, на 70%. Плюс 4 сакры, плюс кресты гимн поют. Я думаю, да. У
типа ребро, если на ребре будет все делать все по тактике, то там никто не должен ловить лишнего урона. Кроме как один КХП от ребра. За ребро я не переживаю. На профе спекнулся в 4 хила будете идти. На леди тоже в 4 пойдете. На лечет либо в 3, либо в 4, не знаю. Вообще самое сложное будет это только первая фаза. Если вы ее захилите, дальше проще будет. Милики, отойдите, блин. Ставьте это пока что третью ауру. Чарну забежу. Надо в дальнего чернуться. Диплом бах и каски все. Давай, Джейдис, один хит, бишь, козырь и гимн на хп. И дальше мобов не агрите. Что такое Кокена? Вот это Кокена. Не знаю, он только. Кокена. Чё, мутант, может пробуем, вытащим? Не, нихуя. Ну, значит... Ну, Ваня, Варенька, вот тоже с нами, ты уже все, можешь идти в рейд. Ну тогда вы, Элина, кидайте ролл, да? Так, окон разбейте. Молодцы. Прицел, свой гимн отхил, прицел, братишка. Самогон, что ты сюда встал, иди бей. А ты чё стоишь? Я слежу за тобой. Фюрер, ты? Давайте левого. Блять, прицел. Цель, прицел. Я возбудился. Васап. Да. Ты какой джагой будешь бить? Света? У нас все равно. Получится. А? Все равно. Ну давай, бей свет на кучу хпс. Дилва, спекайся в нормального ретрика с этим сакрой. Закончится, так и не начавшись. Никто. Лом. Давай, иди меняй спека, быстрее только. Просто заскринить у Дилваса таланты. Стоп. Дилвас, иди тоже меняй спек. Да вместо крепости... Ребра, ну. Вместо крепости иди качай на молот правосудия. Че, на трэше не поменяли бы? Дима, ты с этой с сакрой аутизмом заразился с X5? Или че? Я не был на X5. Ой, да не пизди, блядь. Не, ну вообще он прав. Ну потому что он на X5 такой хуйней страдает. Сомневаюсь. Там же урона нету.
Зачем там сакра? Она 20% дефель, да? Да. На X5 вообще ничего не работает. Хотя там, ну, ГМ, блять, вообще тьма на. Даже Никус. Даже Никус на туре. Так там же ГМ, у них прав нету, ничего делать. У них кнопочка только. Конечно, блядь. Серьезно тебе говорю, ты чё, блядь, у меня нон. Бля, Никус может себе вообще любой шмот сделать, сколько угодно голды, блядь. Всё же всё может сделать. Но там же уровни у ГМ. Там ГМ может быть от модера, блядь, и до последнего тот, что шмот рисует. И это всё ГМ, блядь. Фужер, ты тут? Нет. Я же просто, ну, тоже ГМ, я не признаюсь вам просто. Ну, шмот ты рисовать не можешь. Рассказы бывало пиздобово. Серьезно, да? Серьезно. Не, я просто стрим смотрел, где Нон интервью давал, короче, на 2 часа. Есть маг за рука у кого? Интервью, блядь, ГМ. Не, серьезно, Нон не ГМ, он... Не, нет, ну теперь понятно, что-то. Перестал зевать смотреть вообще такие видюхи. Посмотри там фиксиков там, почему. Ну тебе как-то развиваться надо, понимаешь? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет для Войда. Войд. Я собака. Чего, сделали спеки, не? Ой. Дайте заценить. Но пока вы спек не сделаете, он не заткнется. Ой. Че, Фортитуда голос подал? Ой. Да ты заебал. Давай, Андрей, да пошли на летсхол покачаться. Ты херел, что ли, бля? Я на цирку играть буду. Зачем? Короче. Давай на летсхол. На летхопе, да. И ГМ могут шмот рисовать. Блин, Войда мутить не могу, беда. Короче, в идеале он вешает СС на Джейлиса, Дисрапт вешает СС на Анти, Кис вешает СС на самогоночку, и Ракшас вешает СС на... Чёрт, в любом у тебя есть ГД на вставалку, нет? Ну, надеюсь, откадаешься. Черный бешеный, короче, Ракшас на черном Вивона тогда пока что. Есть кого фласка надо, да? Да, есть. Дайте трейд, кому фласки там нужны. Я рыбу поставил, там около звездочки стоит. Да нет. Вон, забудь. Да. Да, Дилас. Все, на ком-нибудь фласки вы отгребете ГП, так как у нас двойное ЕП, двойное ГП, соответственно. Нормально. Так не бейте тут милики, пожалуйста, чтобы... Спринимай, дай трейд и мутант, если вам нужны фласки на танк. Не, все есть, я приготовился. Каски на давайте, фулл баффы раздавайте. Да там диплом, ты каски раздаешь, если что. Они, видишь, спек еще делают. Типа смотрят на Дилласа, копируют, типа, его спек. А в молодой орде? О, даже стан. Ништяк. Цел не флуди. Может ты джипса поставить? Да уж. Сейчас я выключу все лишние программки. Че, порнохаб закрываешь? Да. Давайте диплом бафим всем каски, быстрее, так прошу, дил вас. Кулаки, антикресты, неоспоримый прото. Чё, Дилас кулаки? У Диласа не вкачаны кулаки. ГЦ, Дилас. Я просто не понимаю, если в рейде есть ретрик, зачем каждый качает это скорое возмездие? Вы чё, вообще на приколе? Один кто-то вкачает и всё.
Ой, да не важно, уж баф эти так кулаки, значит потом дилла спадешь, переделаешь спек. Чего качает? Какое возмездие? Все ретрики почему-то качают скорое возмездие, хотя... Блин, конечно, талант, что это за талант вообще? Но у нас две свои, которые тоже дают скорое возмездие. Да, типа это скорое возмездие вообще можно не качать, нахера. Ну, кстати, сказали скорое возмездие. Сейчас я поем еды своей. Давайте чек на пул. Все люди, которые будут стоять в лужах, умирать от луж, от чего там еще. Ну, кроме луж, тут нет чего сдохнуть. Поэтому убегайте просто от луж и все. Бро, когда крутится, оно наносит там по 2-3 косаря дамаги, но это не так уж и много. Тыкните в стол. Смотри, чтоб ты сам не подох от клива. Я постараюсь. Скажу, короче, по паладинам, кто какую сакру дает. Просто так сакры тоже не отдавайте. И все РДД, все миники переключаемся в шипы тоже. Кисть и Машека, вы готовы? Тубав. О, Триси, каски. Диплом, где ты каски, алло? Все, готов, Триси? Да. Фласки пейте. Не будет на ком фласки после ребра, это 500 ГП. На счет 3, пуляй, мутант. 1. Дай кулак поварам. А кулак поварам дайте. Блин, ну я уже прошелся, давайте. Дилвас, кулак наваров. Дилвас, прием. Я же сказал, наваров. Охуенно припот выпил, просто заебись. Бывает, нет, стойте, ждите. Все, пуляй. Мутан. ГЦ, прицел. Давайте во фрейм, только не под морду. Давайте рост. Звезду поставьте. Эти шипы. Три шипы бьем. Где ты сразу уже стоишь? Бьем шипы. Шаман, встань в нас. Самогон опять в луже стоишь. В смысле, опять? Пулпер в луже стоишь. Неоспоримый, давай первую сакру. Слушай, выходите все. Милики, не бейте ребро. Милики, только шипы разбивайте. Машека. Дил вас, давай вторую сакру. Все, остальные паладины оставьте. Ёлка, гимн, на хп спой. Слушай, выходите. Видите, кто-то раскол. Козырь гим на хп. Бейте шипы. Слушай, уходим. Все, идем все во фрейм. Во фрейм быстрее. Разбили шипы. РД шип сзади. Самогоночка резца и диплома. Коровку срезь на дисрапта. Там шипы. Только не в лужу. Вставайте не в лужу. КЦ. Шипы бьем. Все шипы пойте гимн от хил. Шипешки все. Кроро, давайте на ком нету. КД. Он диплом уже сдох. Так, да хильте, короче. КЦ. Рез эти четырех. Сколок тьмы. Сейчас полка остался. Давай, Дилвы, сади меня спек под кулак, и чтоб сакра была. Против брин тролль, надо кому-то? Ну давай мне за... Хули. За бесплатно, бля. Все равно нахуй никому не надо. Шип надо кому-то? Что сделаем? Покажите ДПС ребра.
А, вообще у меня последняя ачива полный дом. Давайте сделаем, пацаны. Да, да, да. Уже. И товары, и все дела. Дарик, ты же здесь, значит, надеюсь? Да. Хорошо. Бля, пиздец, только WhatsApp нахуй на шипе, блядь, сразу просаживать начинает. Там это, может, Эрдру спекнем здесь на леди? Мне я кажется, да, самогон спек, если Эрдру. А у Паратус нет спек? Не, давай ты спекс. Да я побольше думаю на дамаг. Тут дело не в дамаге будет. Нет, по-моему. Да, вот, как обычно. Я линканул. Не там, не там. Скорее выберите иной путь. Это вот костяной, надо пол костяной шить. А не вот костяной шить. Фюрер, сразу находи себя на панели, либо в книжке снятия проклятий. Для нашего господина нет ни... Кстати, говорил мне сакру юзать? Не, я про тебя сейчас забыл, если честно. Я так и понял. Видел, что диплом сдох, они с приму дела завали сакру. Диплом сдох, да, и да. Все, я думал, ББ. Кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых не надо запомнить к этому. Привыкнуть. Не гоните хил, кстати, если вы не упали. Вместо какого способности, вместо какой способности вы говорили качать кулак? Скорое возмездие, и плюс у него там вкачано, может качать два раза. Скорое возмездие, и вместо ока за око два раза вкинуть кулак, потому что у него там было вкачано, типа... Око за око один талант, зачем, я не понимаю. Что за око возьмите? Око... Скорое возмездие — это талант на это. Да, да, да. Не захилили его. Скорое возмездие — это талант. Вы вторую сагрили. Дебилы, бейте ту, у которой меньше хп. Дайте с метками. Алло, 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 алло. Билд вас сагру дай. Не знаю, зачем, просто дай. Ну, вкачал же, надо, значит, кидать. В принципе, ты можешь не качать то скорое возмездие, потому что в рейде есть соло и в другие рейды. А сакра вообще может убить пала? Нет. Нет. Ты смотри, там надо делать макрос, типа, на... Ты, короче, уезжаешь сакру и оставляешь только ту, которая действует на рейд, а та, которая действует на пати и убирает у тебя хп, ну, типа, делаешь cancel aura и все. Там же две панельки включаются. Та, что висит 3 секунды, она действует на рейд, та, что висит 5 секунд, она действует на пати. То есть ты её бежаешь... Либо жмёшь бабову и уже прожимаешь сакру. Я да, рыбу. Да, именно так делаешь. Можно срезку нажать тут, и прожать сакру. Эти плечики забери в трэш. Да, 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 сейчас заберу. Рецепт в ГБ кинул? Да. О. Освободите третью ауру. Пол грибов. Каску по аварам. Так, сейчас, короче, нам нужен еще БДК, пряник спек, если в БДК. Бля, отлично. Пряник, мутант слева, танчите, неоспоримый справа. По пати, третья, четвертая пати, будете слева бить трэш, первая, вторая справа. Шанс будешь и там бить. Ловите фудрибов. А мы делаем квест? Да нет, конечно. Какой квест? Конечно же делаем. Вы что? Кресты раздайте на локов. Так, по СС-ам то же самое раскидайте, только Ракшас повесь СС на коровку. КД еще там 3 минуты. Во время боя, значит, увесите, если что. Вроде все рассказал, все совы и все рдру, коты. Контрольте, главное, своих. Курики, если вы скиллованные, ретрики, снимайте шем перед контролем, а потом снова надевайте, если вас не взяло. Надеюсь, вы меня услышали. Давайте чек на пул. Да, ты тут? Да. Ты можешь крестик бахнуть? А, да, сорян. Дайте кулак под ПДК.
вас кулак по ДК. Быстрее, можете бафить, пожалуйста. Все, вроде дали. Еще раз последний чек. Превратился в Войда по этим чекам. Крик на ХП дайте. Войд. Диплом готов, все готовы. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Дайте крик на ХП. Да сейчас бафну. О, переключаемся. Давайте быстрее. Дил вас, Саку. Ой, не бейте. Контрольте Машеку. Контрол. Локи тоже выносите фир на панель. Контрольте своих. Отлично. Кое выносить на панель? Можно, кстати, давайте бьем трэшс. Почему чего на панели вообще нету? А порчу выносить? Не, масса фир вынесли. Это за хил. Ну, был Редрик. Протопал. Проклятие, диспелим. Контрольте своих. Танцы законтрольте. Елку законтрольте. Покажу, куда стопнуть. Все, стопаем по леди. Один разгонник пусть подбивает. Не бейте никто леди. Пэтов уберите. Рога до одного ляма маны подбей. Все, бьемся трэш. Давайте первый на пулы все на мутанта, и потом все на пулы на пряника. Слева добили РДД. Все, переводим леди на пулы на мутанта. Контрольте своих, неоспоримо дай сакру. 2 ДК, сбивайте косты только. Роял до захилу. Давайте все мобы переключили справа. Все мобы переключились. Коробку средств и дискрафта. От духа подбегайте только, пожалуйста. Проклятие, помогаем беспелить. Хорош. Только дискрафта. Dark Side, тресни дискрафта. Все, баф по локу дайте. ДК сбивайте косты. Дух убирайте. Контролим своих. Ракшаза контрол, антиконтрол. Только не убивайте своих. Мобу все давайте переключились. Слева мобу убили. Дух. Стреляем, мобу убили. СС раскиньте. Я все еще от духа. От духа отбежали. Мыщи. Нашел дух, да. Духа. Лужи выбежали, отведите босса. На пульте на пряника. Сейчас будет гасов со стороны разума, снимайте шеймы. Отбегайте от леди вообще милики. Где господство? Не обманули. Контрольтеры. А, я убил его. Плохо. Пряника контрольте. Узелил. Кидывается агро, нет? Примите кинулу. Есть, но сейчас. Все, нет его. Фюрер, скидывай агро. Фюрер, да, агро скидывай. Вообще, может, леди не бить. Захил нет. Прямого. Нафига вы сагрили, тупые. Лики, убейте моба. РДД бьем леди. Господство опять. Служи, вышли. Контроль теперь пряника. Дарксайда контрол, дарксайда. Фюрер. Отлично. Фюрера растет, так, ну. Дайте сальву на фюрера. Анти, дай сакру. Ой, сальву на него. Давай. Диалан раскол. Диалан раскол. Убьем я без трэш. Дух, я просто Дилва, сдай сальву на Будиалана. Бьет уже все. Бьет.
Все, трэш забили, а духов ушли. Где? От духа. Я? Ардро, вот иди оттуда. Давай, полпера. Да, все. Эти попного делано. Контрольте рогу. Рогу, этикета контрол. Ну, уход в тень, елку, уход в тень. БР открыл. Нету пока никаких БР. Дай антисальку. Уже сбрасывал. Мов убили со слева. Ну да, надо, если смотреть на лестницу слева. Давайте мов убили. На пол. Тут у меня. Ладно, беру. Беда, добили фанатика. Дух мили. Что рога бегает, не бьет вообще. Контрольте на шеку. Рогу контрольте. Ханта контрольте. Рогу не убейте. Все, черным лимоном живи. Диплом дай сакру. Давайте мобы все переключились. Дух вердру. Убили мобов. Ровку средств выделано. Сколько дух духа анти? Я справа лежу. Справа. Я вылез. Это целим. Контрол машеку. Машеку сакру. Антиконтрол. Давай не оставим сакру. Да. Я встану подо мной уже. Хорошо. Что? Маны, залейте анти. Тут заливаем уже леди. Можете не трэш не бить. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Лук надо кому-то такой, босс? Не бегите тут дальше. Приз, там, козырь, если. Че ты убежал? Ноги. Ступни нужны кому-то? Вон, спрякайся в сову. Сколько бой с леди длился? Долго. 6 минут 42 секунды. Было еще с абсурдом. Представьте, если бы ДЦ не было. Да на лану тогда по-любому нужно будет Эрдру спекать. Ну что? На лану и профа. Ну это понятное дело. На синдром. Синдром 5 хилогов. Валим 7 хилов пойдем. Я, кстати, на вале могу в хила спитнуться. Куда-нибудь в фотопау. Знаете, 4 плюсика в пушке. Только нормальные пацаны, кто умеет, умеет дамажить. Вон, пряник, пулпер, самогон, елка. Никто не покажет, что тут Мурадин будет сильно бить по БДК. Я думаю, раз здесь анбаф, то здесь все нормальные пацаны. Нет. РЛ у нас ненормальный, блядь. РЛ вообще душа. Хуйню какую-то, блядь. Прическу посмотри. Такой психопата. Маль. Пойдемте на кораблике уже. Возьмите только сиранцы. Протокол 1 тоже ранец возьми. Ага. Ме-ме-ме-ме-ме. О, смотри, Ваня зашел. Нихуя! Ну а к чему я, блядь? Пусть знает.
Ты ж его. Садитесь, пушки. Кто там еще? Прицел ты тут? Насрать на прицел, да, короче, запустил. Откинешь из 3 на какую-нибудь пушку. На кружочек кинешь потом. Дайте каску локу. Диплом. Паладины по себе пушка. По паладину диплому в этой пушке. Это анти, третья аура, то вруби. А, еще инту. Маки, дайте. Вот, тебе видишь, освободили. Баф не прота пока что, пацанам, которым не хватает места каски, да и все. Вы видите? Что это там вдалеке? Только не ловите лишний урон. Я трэш с такой маной будут танчить, иди в пизду перед соком разбаху. И на всех, там только на двух человек надо было, на локов и на анти. Пиздец ты гопник. Диплом. Выходите с этих луж, или что это, меток. Он бейте трэш. И напуливайте на неоспоримого. Я как будто в пушке. Ауру от огня можно поставить вместо коня. Давайте полетели на этот корабль. Все плохо. Забираю. Давайте на этот корабль. Слушайте, а мне нравится, как Сурфанг танчит. По кайфу. Здесь сюда бьете. Никто с рукой не запускайте. Две минуты 56 секунд. Че ты за гон? Да быстро? Да очень быстро. Вроде руки. Плечи от танка надо кому-то? Офспенг. Спенг. Диплом надо тебе просто так? Дай мне просто так. А эти руки вообще нет. Носит кто, нет? Если нет, он мог. Давай просто так. Не, руки просто так не дам. В смысле, это же говно. Нормальные руки. Если у вас нет, например, на ШП штанов с тухлопузой, эти руки нормально подойдут. Давайте фулл ребаф, рыбу сейчас в центр поставлю. Кому каску обновить? Или натянуть? Короче, надо будет всем в трэш переключаться. Да. Абсолютно всем. Да, ну кроме кота можно и кроме Роги. Рога и кот можете постоянно босса бить. Остальные в трэш переключаемся. Ну чё, кот же классно там рассекающий, фигачит. Не работает у меня. Он не действует на трэш. Все, чек на пул давайте. На этот трэш. По инерам Крофус и Дарксайд маны заливайте черному лимону. Самогон маны либо Джейлиусу, либо Анти. Смотри, кто из них больше по мане просяет там. Либо тоже черному лимону заливай. Диплом готов, дисрапт. Текулок по хантам. Бафнули, не?
Нет, нет. Кулак нужен там. Дилос. 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 Еще раз чек. Самогон, диплом, кис. Диплом, кис, кис, диплом. Диплом. Минус два. Не, кис готов. Виталик, 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 Виталик. Отлично, запустил. Сколько всего трэша будет? Давайте посчитаем. 4 или 5? 5, я думаю. Так много. Рос, пулы давать? Да, но сейчас мы узнаем, будет ДПС на мечах. Короче. Короче, смотрите, под второй трэш первую сакру дает Дилвас. Под второй трэш, не под первый трэш, а под второй. Третий трэш неоспоримый, четвертый трэш диплом, пятый трэш анти. Потому что там, короче, будут метки, будет трэш. Да, Дилвас, а зачем ее солить, если... Че она, просто так, что ли, будет у тебя стоять на панели? Ты поспекнулся в другого ретрика, третий, второй, третий и первый столбик. Сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Кстати, Дилвас, если мы сдохнем от трэша и от меток, будет плохо тебе. Так, слышь, мутант, твои два справа, моб, мои три слева. Печать поменяй. Меня спрями. Зачем? Ну ладно. Блин, меня тут ПП регнуло на X5. Давайте без меня. Ебать охуешь. Берите, берите только всякие зелья дикой магии или зелья быстроты. Есть быстрота. На мне нету. Напиши за 2 секунды до боя, когда там будет. Хорошо, я напишу. Короче, скажи. Кис по расколу только сначала, если не ломба. Надеюсь, не ломб будет. Сколько там? 2 секунды. Давай, рост. Рост. Черный лимон. Хорош. Ты стреляешь 3 секунды. По всей переключаемся. Файвать в трэш. Хорош. Цель богается. Кто здесь стреляешь, переключаемся все. Тебя вот берите луну. Все отлично. Перепрементовал сакру, не? Нет, я забыл. Последним сакру. Ну вот сейчас, дашь, короче, на трэше. Да, да. На диплом и анти берегите. Пойти в трэш все. Сейчас твоя сакра. Готовимся. Давай, эти последний трэш убили. Ровненько. Забирайте, забирайте танк. Пофернули. Не знаю зачем. Все, отлично.
Unity DPS трэш. И общий скажи. Общий 265 очень мало. Это нормально. Да ты чё, мало. Нормально. Как раз для убийства лича. Мы рульте волю. Хороним тебя, как подобает. В награнде, рядом с матерью. Ну смотри, короче, вот Royal. Прям 5,3, 5,3. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда... Чего у меня? Одинаково у нас, я считаю. Рольте завоевателя. На 20 ДПС и меньше тема. Я 3 раза по раге сел. Я тоже, кстати, сел по раге, пиздец. Этот трэш этот ебучий. У меня на десятку трэш был. Все, пойдем на чумку. А кому стрим? А вы мне скажите, а как самогоночка у нас топ нахуй? Как, блядь? Покажите, что там, трэш и босса. Как самогоночка первый по ДПС? Я видел, что у меня было 17 КДПС, я был первый, секунд 10, а потом что-то я это скатился. Сука. Да куда вы бежите-то? Да стойте, стойте, сейчас пусть Валик приведет кто-то. Я приведу, мутант, стой, принимай. Смотри, да, в трэш третий. Хорош, маг. Вот, еще пойдем на мувик снимем, кишем получим. Да. Ты снял? Ты снял рекаунт на мувик, Войд? Да, снял. 14к. Хорош. Джерри, он собрал, нет? Войд, а тебе истерию кидают? Нет. Ну, кидай лучше истерию, либо ханту, либо роял. Там у нас брат фикси кидается. Войд, ты у него отсосал? Подальше, отойдите все подальше, отойдите вглубь этой комнаты, отойдите, шесть вторую не загреть. На парнике парень, так что... В два ПДК. Стопка, идем. Злой, веди вторую. Ну, которую зальем. Да, я стан дам. Да, я ногу дал. Все, да, пойдемте все за ним. Пойдемте все. Через центр лучше всего. Она вот тут будет. Она вот сейчас чуть вправо полетит и обратно будет возвращаться. Запустится? Вот смотри. Шлюха. Я же говорю. Там ты это, ну забирай как бы босс. Хули Red Pit Tench. Это не босс. Сестру психа забирай, блядь. Заебал. Вот ты на сестра дома. Куда сначала? Пойдем сюда чумку. Чумку. Чтобы мы потерпели полное фиаско над профессором. Для синдра походу легче. Мне кажется, мы профа сейчас первого трайбе. Мутант, если чё, я... Мутант лево, я право. Звездопад отдал, короче, только по второй трэш, а потом у меня просто уже, ну... Потом трэша уже, короче, не было. Видите все правого моба? Войда дефект с лука. Говорю, убить правого моба, он идет левого моба. Это не дефект слуха, это дефект мозга, блять. Он не подключает, правый телефон. Замажили их. В этом последний подмогу еще был.
забирай. Я трэш пока приведу. Зачем? Убейте этих жевательных. Там больше воды. Быстрее стан давайте. Дайте стан. Они жрают. Мобов, мобов заберите. Лестница его делана потом. Ком-ком-ком это не будет. Иди прицел еще одну ловушку, блядь, запускай, хули. Сейчас запущу тут, стойте там. А он вообще с нами игрока? Чего вы с ним общаетесь? Не знаю. Вы резните, ребят? Сейчас убьем ловушку и резните. На прошлом амбафе я тоже анколиком был первым в суке. Нет, он над этим сидит. Серьезно? Ну да. Ну тут сняли, по-моему, еще. Правую собаку. Загри трога. Яца. Поверьте, бейте. Можете мелко кого-то. В идеале мертвый лежит, ребят. И хант еще. Кстати, ну пока отдыхает. Ну да, давно, кстати, лежит, уже прибежал бы, мне кажется. Я просто Эрл сказал, сейчас ресеньки, ресеньки, а кто не режет. Беда. Все время бой был. Если так рассуждать, то вы могли бы уже встать, как бы долететь. Давай. Без меня поражение. Подъем, вы собак мегри, интересно, тебе делал на пяти котах. Ленточка. Ленточка. Да. Рольте ленточку. Сотряси. Дайте бафы по локу, хоть какие-нибудь точечные. Захлите их хотя бы. Видишь, первый ролл Войда. Мне кажется, он проебал бы Серсей в роли. Давайте левую собаку танки введите. Вы ее каждый раз удаляете, чтобы новую роли. Их можно две в сумке носить, если че. Нет, одну. Нет, так можно кого угодно вообще-то. Ленточка упал. Да. Можно, я... Справил? Кис? Это Риси. Нет. Я уже просто на магию удалил и тоже роли попробовал. Это как ХМ продавали, да? Типа того. Второй нельзя получить, когда дальнатишь, получается, шлем, чтоб ачивка была. И надо тут продать в магазин. Ты чё, проверял, что ли? Самого вон, сколько я себе. Не, был тип, который продал шлем, взял квест, сдал его квест, получил новый шлем, диск ему откатило, блять, тот квестер. И в магазине остался его шлем, понял? Ну, два шлема за раз проебал. Чья? Кажите рыбу. Принши, 3 ШП, 4 лока, охотник и протопаладин. Да хуйня, каску по локам. Еще на X1 PvP, блять, какой-то, блять, тип задони вообще ШМ, блять, на приста случайно. Че, СС так же раздать? Да, СС так же раздавайте. Он просто, блядь. Давайте
тифлбаф, диплом баф и каски быстрее. Пожалуйста, не надо просто так сидеть и ничего не делать. Тотем, блин, поставишь, короче, либо ауру хант от сил природы. Либо поставишь ауру, больше нечего. Нет, прицел не врка. Он в адептовском врка. Я вот просто не понимаю, я постоянно ему говорю вот так вот не стоять, он становится всегда между черепами и дохнет. Или орет потом, что его там зарыгивают, потому что он кому-то прибегает. Он что, не знает, где ему стоять? Нет? Я, да, я же по ТД. Зачем? А, ну окей, сейчас. А весь квартал за Вардруиде. Не хватит, да, захил? Не, мы диспелить ничего не будем, шаман, приз, ничего не диспелить, просто захиливайте. Залейте мне ману. Кровку с Дарксайд маны, самогоночки залейте. Лёх, там рыба стоит. Бегим на ману. Да, рыба я стоит. Я все равно рыбу долго буду резать. На РНЖ 4 лока, 3 ШП, охотник и протопаладин. Все, чек на пул. Стоп, может стоп, быть, я хилбот не включил. Лучше, чем лок на РНЖ. Не. Сейчас, одну секунду. Ну, чем демон лок? Сюда, возможно, давай коровку. У нас одна сова, мне жалко. Давай я тогда, Виталик, вместо тебя выйду. Я готов. Каску по прирянику. По ДК каску. Диплом. Алло. Диплом. Почему я должен требовать от вас бафы? Да нет, я под бафал. Все, Виталик, тогда под боссом, я в рейнже. Мутант начинает, дайте на полного мутанта. Всех слизней захиливаем. РТД ШП никто не отпускает. Стоите и танчите, только отверните от рейда. Давайте рост. Диплом ГЦ, нету бабу, наверное. Да, где я? Будет взрыв. Ну, будьте готовьтесь отбегать. Козырь за хил. После взрыва, короче, все РДДшки, оставайтесь на РНЖ. И только потом скажу, когда сбежаться. За хил. Дарксайда за хил. Ову кожу жми. Что вы забирай? Вижу. Захитил меня, у меня нету никаких фабилок против этого говнобосса. Ракшас захитил. Ты дотишь? Не сводите, не сводите большого с маленькими. Отойди. Да чё за хуйня? Кто его забирает, блядь? Тот план. Наверное. Дайте сакру, быстрее сакру, дайте диплом, диплом сакру. Захил меня. Уж давайте. Меня спримы, дай этот фридом быстрее. Я не могу шевелиться. Хорош. Конченное название способностей. Пулпер захил. Пыкайтесь на рейндж между собой, не стойте в кучу. Дил вас бабу. Дил вас, прием. Дил вас, ты конченый? Сейчас с большой будет. Нави. Тотись, взрыв, подзрыв, взрыв, антидаш сакру. Мак, фюрер, выходи в рейндж. Ялину фридом дайте, пожалуйста. А с дипломом что? Что? Говорю, у вас фридома не было. Сакру дайте кто-нибудь, блядь. Давайте, киз в рейндж тоже выходи. А могу нарезать ее елку. Где РДД в рейндж, выходите. Где он лежит? Слева. Справа от выхода. Рексайд Ресса и Ракшаза. Диплом сакру дай. Прохиливайте, протопало. Все отбежали с тех мест, где вы стояли. Захилил елку. Дереспельте, если уже не можете захиливать. О боже мой, все РДД в рейндж. Ракшас, вставай, в рейндж выходи. Коровку съесть, Бэр, не? Коровку срез и китикета.
Быстрее, все РД в рейндж, РДРУ в рейндж, анти бабл. Самогон, выйди в бабл. Самогон в рейндж. Все отлично. Я под сакру давал бабл. Диспельте все, всех слизней диспельте. Вводи дьявола на диспел. Сколько там еще процентов у босса? Мало. Да. Где все хилы РДД в рейндж, просто выйдите и все. Что, может быть, блять, ГП паладином, то что бабу не снимаю? Ну да. А за что ГП? Я же вам крылья были. Второй раз крылья? И фридом не кидают. Надо. Только приезжал, сейчас на меня кинулось. Нет, вот я говорил Дилусу сжать бабу, у тебя не могли быть крылья. Почему? У меня 10 секунд до КД, и я потом нажал сразу крылья. Все, мне обратно. Не было двух. Мне в сову? Нет, ты в РДРУ. Блядь. А, Джерин сейчас где-то. Сейчас иду, шам получу, сейчас приду. Ладно, мне не нужен шип. Хорош. В принципе, с духом даже лучше. Ты что, у тебя Глора, Грань? Выбор. Сова надо кому-то? Китика, это ресните? Что, на профея будущее тоже? Слышь, на профея тоже в хере будет? Слышь, вы да. Псих. Да. А себе он даже за ГП можно будет забрать, а, допустим, ЕП на мага. Можно такое провернуть, нет? Нет. Тогда похуй. Это злой саван, беспонтовая хуйня. Да, не знаю, да мне похуй, а так чисто. Если никому не нужно, то чё, блядь? Так, чё, давайте на будущее. Коровку, чтобы резать пацанов, надо не стоять в луже. Надо резать из лужи, понял? Том, китикет. Чтобы вставать, надо вставать не под лужу, не под взрыв, не под всякое говно, что тебя может убить, а когда чистая платформа. Потом, Дилвас, спасибо, что ты завязал бабл, когда я тебя просил. Лови мут, мистер Ананас. Получил шем, нет? Так, давайте посчитаем. Сколько длился бой? Сейчас посмотрю. 3 минуты 52 секунды. На тебя кинулся слизень, когда была 2 минута. Ну, грубо говоря, там минута 50. Крылья не могли открыться. Ну да, там не было 2 минут еще. Крылья кдешатся 2 минуты. Там не было 2 минут. Там точно не было 2 минут, потому что следующий слизень был на дипломе, а вот диплом тогда был под крыльями. Да, блядь, забейте, убили, давайте уже дальше пойдем, а? Ну, мы сумоним Джериона и сумоним Войда. Войд просто снимает, как Джерион получает шем. Господи, вы что, блядь, конченые нахуй? Камни делает, блядь. Давайте фулл ребаф пока, сейчас рыбу поставлю. Ешьте рыбу. Короче, будем сбегаться к звездочке, будем сбегаться к кружочку. 3 споры нужно обязательно словить. Давай, Джерион, 15 секунд уже. Ты чё там, блядь, 10 камней делаешь, пиздец? 3 камня, чё ты? А, пиздец, заранее, мне вот интересно, заранее нельзя было их сделать, блядь, такой ты тупой, пиздец. Кому, 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 да. Так, Локи у всех ССКД? Висит на джейлиш мой. Да, отлично. Пряника, дайте, тыкните, пожалуйста. Одевай уже. Только шаман, тотемы, пожалуйста, под босса, чтобы до всех доставали. Всё. Ну, смотрите сюда, чё всё, тыкните. Покажи мне шлем. Ого! Не кончи там. Шлем. Так, кто давайте сейчас заранее скажу, кому осколки ещё нужны в рейде? Мне. Никому? Я следующий, ну, как, не знаю. Неоспоримый? Да, да, давай мне осколки. Шлема? Нету, я у меня протопал хэпал, ёбаный в рот, ты чё вынес? Всё, чек на пол давайте. Войд, Ракшас. Подожди, секундочку, подожди, я отключу донат. Читаю, давай, жду секундочку. Кто запулит босса, сходу ГП, твари. Кто зайдёт за чёрную линию, кто запулит, соответственно, ГП. Мутант, давай, заходи.
блики, не ловите только пельмень, когда он будет в вас лететь. Сами раздупляйте свои глаза. Давай, пул, супер, быстрее, умоляю. Ну вот, Сэм, мутант, давайте бьем уже. Нет, а... Толк, пул, супер. Идите от меня, пожалуйста. Брэнш, расходитесь, от хилов отойдите. Хан, поставь тауру от сил природы. Он бьет тут сил природы, это же сила природы. Ну да. Копирайтесь скоро. Знаете, что я сейчас наблюдал? Как вся третья группа и четвертая группа поставили пельмени. Да, пельмени, Шам, убегай. Шам. Пельмени, милики. Кисы, китики, подойдите ближе. Кисы, китики, поближе подойдите. Угу. Самогоночка рейса мутанта. КД. Дарксайд рейса мутанта. 4 минуты КД. Кого нету КД на БРК? ГДЦ. Брошу только это, фюрер, брось агрохот мне. Эти сальву на фюрера, анти. Не достаю до него. Да. Сбросишь, да? Да-да, все сделаем. Хорошо. Захиливай, захиливайте неоспоримого. Если что, красный капник отпроси. Давайте сейчас кто-нибудь красный капник. Дил вас красную капку на неоспоримого. Бегайте, ловите споры, ловите споры. Милики пельмень. Диплом красную каплю на неоспоримого. Блин. Убойно. Машара. Анти красную каплю на неоспоримого. Чё? Я ж сбросил. Ну падайте все уже. Нет, мы ничего не сделали. Умирайте. Ну нет, 50 кайпа. Да, минус 50 кайпа. БЦ мутант, сейчас бы за БДК падать. А чё, он виноват. Кто сказал? Кажется, его не особо хилили просто. Мутант, дайте там диваны. Он же не на трех стаках упал, блядь. На одном там, по-моему. Спасибо тебе, великий самогон. Вообще-то СС и висят. На СС на хилах висят. На Джейлис точно есть. Она была еще была. Там как бы две тычки, 1.2, блядь. Ну у меня 1.18. 1.18. Ну да. Давайте резайте. Резайте рейд. Тебе какой токен упал, сурка? Завоеватель. Вы не успели кастануть или что он там? Я не знаю. Так, давайте Локи теперь. Вудиала на дисрапт. Вудиала на мутанта, дисрапт на неоспоримого. Кис на самогоночку, Ракшас на анти. Шкаф-то молод живой. Надеюсь. Дарксайд, у тебя есть Эрдру? Эрдру? Ты что, самогон не хилил, что ли? Да хилил, я просто спросил. Где ж Сарибу? Да хранят тебя предки. Смотрите, надо долго бежать. Нету пока что локов. Угу. Вот, теперь я здесь рад. Поставь шкаф. Тыкните в шкаф сразу. Рисуйте кого суммонить. Тыкайте.
Тык. Прицел тут. Он же не в арка. Вылетел, короче. Сейчас захожу. Слышишь меня, псих? Он же вверху сидит. За что? Ну типа как это гнилье, там тут вообще не надо. Я смог поговорить вообще, с прицелом. Он сейчас зайдет. Примой, давай, резься. Не оспоримый, ты лута не увидишь. Он уже написал, я с рука бабу прошел. Да слышь, сними ГП, ты мутанту ГП дал что ли? Зачем? Не-не-не, слушай, псих, ты так сказал, что я тоже понял, что как будто пуляем. Все слышали, у меня на записи это есть. Ты просто. Все слышали, что я сказал пул? Да. Либо я сказал пул. Ну я не помню, что ты сказал, но это выглядело сказать, так, как будто ты хотел пулять. Да, давайте спросим у нормального человека, это ёлка. Что я сказал? Супер. Что? Супер! Я вот. Скажу, да, там было похоже, что... Было пул, а потом пропало. А потом ты второй раз сказал пул, первый мутант... Всё, потом там было видно, мутант рванул вперёд, такой остановился и понял уже, а босс пулился уже. Да, да. Ну, да. Сейчас, значит, реабилитация будет для мутанта, если он не сдохнет на этом боссе, я всему ГП снял. Да, не разбавь и крест. Подождите, мы ждём, я с приёмом. Алло, козырь. Ой, козырь, говорю. Саня.